Так, всем привет. Продолжаем топать по суровому городу. Только-только вшатали толстячка. Приближаемся к хау. К храму. Так, сейчас знаете, что надо установить и где следующий. Ай, котяра. Тут котяра скребется. А, где-то наверху, да? Ладно. Thank you.
Передавай привет командиру. Он у нас там близко. Дорогая Ханна, я так тебя люблю. Только мысль о тебе согревает меня в этом забытом богами месте. Все это, все, что со мной случилось, так нереально и жутко, как ночной кошмар. Я жду, что когда-нибудь это закончится, и я найду тебя, счастливую и веселую, гуляющую среди цветов, как в тот день, когда мы впервые встретились. И я бы снова мог держать тебя за руку. Так, Т03, значит. Угу, там после двери. Одна пушка. Ну и резня. Да, я тут без толку. Дезактивируется.
Небесные стражи продвигаются слишком быстро, Аюми. Они уже штурмуют храм. Поспеши, Аюми. Сундуков же нету, да? Говорят, спеши. А зачем спешить, да? Так, дальше там проходы будут, да? Нам спешить некуда, вот где-то здесь. Кажется, невозможно свыкнуться с мыслью, что ты никогда не вернешься домой. Время здесь течет так медленно, и ночи такие длинные. Когда ты не убегаешь от монстров, ты ищешь чего-нибудь поесть. В этом мире мы такие никчемные, маленькие и беззащитные. Это место не для людей. Оно для гигантов с зубами и бивнями. Черт, это ведь край драконов. Он для драконов, а не для людей. Какого же черта мы тут забыли? Правильный вопрос. Ой. Надо было дистанцию делать. Следующее. Следующее. Осталось пара записок. У основания винтовой лестницы, да? Это вход в храм. Плохой рывок, Аюми. Но твое преимущество шатко. В каком смысле? В храме что-то есть. Что? Хранитель? Нет, меня тянет туда. И это меня беспокоит. Но меня тоже тянет туда. Из-за сферы. Там, наверное, да? Я так понимаю, мы туда сейчас не допрыгнем, нужно опустить мост. Thank you.
Да, наверху. Это надо взять по-любому вообще. Так и замораживаем, но еще так и поджигает врагов. Кстати, полезно. Вещает что-то. Алтарь. Открыт, да? Здорово.
массовый бой не идет. Опа. Удары ярости, замороженные враги. Меньше ущерб дает возможность сопротивления дальним атакам. Крящие враги наносят меньше урона. Давай-ка вот это взять. Оу. Теперь душа спокойна. Так, сколько у меня там уже по записи получается? 22 минуты. Ну, поехали дальше. Повсюду опасность. Везде враги. Смерть поджидает за каждым углом. Других мыслей в таких местах просто не бывает. Хранитель вскоре принялся комплектовать свою армию обитателями края драконов, основными представителями которых, естественно, были воины. Напрашивается вопрос, как Хаос сумел подчинить себе столь могущественную цивилизацию? Несомненно, дело в личности Хранителя Хаоса, но в его ли невероятных способностях, которые с таким трепетом превозносят Писание, или же дело в его качествах как полководца, о которых умалчивается? Хороший вопрос. Ну, полагаю, так как здесь много очень зомби, скорее всего, это все-таки магия. Так, знаете что? У нас последняя. Ага. Ну, совсем скоро. Черт возьми, не опускается. Наверное, при штурме повредили механизм. Зато можно прыгать. Давайте-ка зарядим способность. А он не появился? Что? Да.
потерять. Где-то здесь, кстати, записка будет. Спасибо, я их заметил. Сколько же их? По крайней мере, это значит, что я опережаю стражей. Конечно, напрашивается пример паразитирующего организма, но в случае хаоса это было бы некорректно. Да, его действия паразитирующие по сути, однако методы носят скорее спиритуальный или магический характер. Хаос заставляет думать иначе. В отношении низших форм жизни это было бы объяснимо, но хаос с той же эффективностью подчиняет даже высокоразвитых существ и даже драконов, которые, согласно писаниям, имеют своего рода иммунитет. Красота. Ну, это последняя записка, друзья. Так, на этом у нас... Давайте-ка тогда, пожалуй, все, 29 минут. Осталось совсем немного, чтобы выйти из сырого города. И оставим, пожалуй... Это на потом. Всем спасибо, всем пока.